Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Samsung Galaxy A53. Сейчас я покажу вам, как выйти из режима Recovery, если вы нечаянно сюда зашли. Итак, у вас есть несколько вариантов. Либо вы можете сейчас выбрать Reboot System Now, либо вы можете выбрать Power Off и потом включить телефон, либо вы можете просто, нажав на кнопку питания, перезагрузить устройство. Ну, конечно же... нет, по-моему, так нельзя. Ладно, я запуталась. Выбираем Reboot System Now, и так точно вы перезапустите ваш телефон. И все, телефон перезапущен, а на этом мы заканчиваем. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.